Всем доброе раннее утро, друзья! На часах 6 утра, и мы уже очень сильно опаздываем. Я со своей сестричкой Дашулей из города Логойска, с доченькой, с мамулей, первый раз собираемся на электричке поехать на мою дачу. Поэтому мы быстро-быстро красимся. Самое главное, что у нас шикарное настроение, и мы готовы к приключениям. Смотрите, где мы. Настюша, Настюша, помахай. Друзья, мы еле успели на электричку. Я уже не ездила на электричке, наверное, лет 10. Мы вызвали такси, приехали до вокзала. Мы бежали, еле успели на электричку. В последний момент нашли нужный путь. И едем. Сейчас я покажу Дашку. А вон мама, кстати, сидит. Все, как говорится, с ветерком. И, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Правда? В тесноте, да не в обиде. Меня Катя Беларусь зовут. Наконец-таки освободились места. Мы сели здесь, жили вдвоем. Кстати, электричка полностью вся забита. И людей очень много. Это несмотря, что утро 7:30 утра. Выходной день. Вам сейчас покажу, где сидит Настюша. Шуля, как тебе ощущения? Прикольно. Кстати, ты первый раз? Да, первый раз едешь. Да, Шуля, с почином тебя. Ну, кстати, атмосферка такая, все вот дружно как-то, все друг другу место уступают. Вот что значит, мы белорусы, мирные люди. Сердце моданное, родной земле. Мама как переезжает, говорит, с одного места на другого. Наконец-то мы сидим все вместе. Ура! Кстати, светит солнце. Мы сидим прямо на таком солнцепёке. Мы с Дашей одели солнечные очки. Едем уже 55 минут. А? 55 минут мы уже едем. Но надеемся, что мы уже скоро приедем, потому что мне, честно говоря, уже надоело как-то ехать. Так, все, мы приехали. Ура, смотрите, железнодорожные пути. Мама спереди, какая природа. Как поют птички. Это вот мы только-только приехали. И все зелено. Послушайте, как поют птицы. Thank you.
Друзья, начинаем ремонт пола, начинаем реконструкцию нашего домика. Посмотрите, сейчас выглядит вот такой вот до. Потолок, стены. Вот этот диван мы не можем вынести. Как вы видите, пол в очень ужасном состоянии. Здесь дыры, все проваливается. Поэтому сейчас будем заниматься демонтажом пола. А сейчас следующее мы будем производить демонтаж стен. Вы знаете, настолько все быстро, четко, слажено. Я очень довольна работой. Я не ожидала, что будет так быстро, качественно и профессионально. Вот я сейчас покажу вам до. Нет, я... Хорошо. Вот такой вот до. И потом покажу, как будет после. Мы не знаем, честно, мы не знаем, что находится у нас под стеной. Как вы знаете, что я этот домик совсем недавно купила. Поэтому будет сюрприз. Друзья, вот такой вот получился результат. Я очень довольна результатом. Посмотрите, пол сделали, стены сделали, все демонтировали. Я осталась очень довольна, быстро, качественно. И, честно сказать, все аккуратно. Дали очень много даже советов по дальнейшему обустройству дома. Поэтому очень рекомендую этих специалистов. Все данные... данных специалистов я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, кому что необходимо и интересно, кто хочет связаться со специалистами. Они работают по всему городу Минск, Минской области, выезжают, также демонтируют все и занимаются вывозом строительного мусора. Поэтому обращайтесь, специалисты очень хорошие, дадут вам советы, все аккуратно сложат. Кстати, посмотрите, все аккуратненько туда, куда я и показала, сложили весь мусор. Вот, друзья, я очень довольна, я заряжена на дальнейшее обустройство дома. Следите. Следите за моими видео, оставляйте вопросики под этим видео в комментариях. Дарья занимается постройкой детского домика. Посмотрим, получится ли у нее из вот этого, из вот этих палочек соорудить вот такую вот конструкцию. Та-да-да-дан, та-да-да-дан. Представляете, Дашуля сама собрала весь домик. Вот это да, Дашулька, ты такая молодец.
И ты сделай. Умничка, посмотрите. Не каждый мужчина сможет так быстро собрать. Обалдеть. Я помогу вам все сделать. Да, Настюшка уже обживается в своем домике. Ой! Песочек. А какую ты песню только что пела? А как называется? Седая ночь. Ну пой. Давай вместе. Нет. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Молодец. И знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Молодец. Ну что, друзья, мы уже на железнодорожной станции, едем домой. Ура! Короче, мы зарядились витамином D. У нас шикарное настроение. Настюша устала, уже вон спит в коляске. Короче, классно отдохнули, все-таки отдых на природе. Самый лучший отдых.